Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Крылья, колесный ускоритель. Так, новое задание. Получите 200 времени в воздухе, на автобусе нет. Монстр трак. Монстр трак. Не было печали. Так, ну что, всем привет. Всем привет. Так, отправляем. Результаты, что у нас там по результатам получается? Мы победили. Слушай, ну неплохо, неплохо. Я почему-то думал, что мы выиграем в этом сезоне. Мы очень хорошо начали, ну и видишь результаты этих наших гонок. Так, далее, забираем сундук. Так, это нам не надо. Бесплатный теперь. Крылья-амортизаторы. Так, у нас 16 сундук пока. Дикий стояк, кобра МНГ. Меня обзывает. Да я уже вижу, что обзывает. Ребята, не ведитесь на провокации всякие. Включайте дурачка и все, знаете там. Импульсивность вот эту вот, она никому не нужна. Я тебе серьезно говорю. Знаешь, как некоторые, вот некоторые люди есть такие, наслаждаются, когда кого-то что-то злит. И они вот начинают, знаешь, вот допекать, 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 пока тут не психанет или еще что-нибудь там не начнет делать. Лучше просто игнорируй. Я знаю, что это тяжело сделать, но надо пытаться. Пытаться, как бы сказать. Ты же знаешь, что ты на самом деле не такой. Вот и все. А кто там что там говорит, просто плюй. Плюй на него где-то у себя там внутри. Так, ладно, ребята, давайте возьмем, наверное. О, хочу вот такого вот взять чудика. Кто-то мне писал, Рэй, Харе гонять на раллийном авто. Да, я тоже, ребята, так подумал. И потом такой, ну все, думаю, не буду кататься на раллийном авто. А самое, знаешь, что противное, что у меня нету того, на чем бы я мог бы здесь кататься. Понимаешь, да, чем я? Ну, нету альтернативы, скажем так. Вот и все. Если бы было бы, я бы, конечно, бы на чем-нибудь другом бы ездил. Ну, на суперкаре, ну, сам понимаешь, это... Ну, это несерьезно. На чем-то другом... Ну, на чем? На чем ты вот другом будешь кататься? Раньше мы с тобой катались на супердизеле. Помнишь, да? Были времена. Супердизель, все дела. Но теперь он, ну, как бы не актуален, что ли. Во-первых, он очень быстро может сломаться. То есть у него нету крыши. Крыши над головой. И любая какая-нибудь там, не знаю, кочка или еще что-нибудь. Ну, приводит к очень печальным, так скажем, последствиям. Оу, слушай, для меня вот это вот сейчас, по-моему, печальные последствия приведут. Ну вот ты посмотри, как она у него едет. Да как такое может быть? Едет просто, как будто ничего там не происходит. Ну это бред. Бред, даже то, что вы сказали, уменьшить баланс на суперкаре. Я думаю, что вряд ли здесь что-то такого существенного произойдет. Может быть, конечно, что-то произойдет, но существенного мы с тобой отличия не увидим. Я тебе точно говорю. Так, что-то баги тут, по-моему, мне кажется, раздухарилось. Фига себе, вот тебе, ребята, раздухарилось. Сделала просто и перед финишем сделала. Пакость мне, прикинь. Так, я вниз. Трындец. Даже вниз нормально не можем с тобой занырнуть, блин. Обязательно надо было куда-то вмандюриться, а. Я в шоке. Третье, ну ладно, хотя бы третье место взял. Я просто в шоке сам от себя. Что мы тут вытворяем? Какую дичь я начинаю творить иной раз, а? Так, ладно, сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Суперспида мы обогнали. Ух.
Да ёпарсеты, это уже второй раз, друзья мои, когда нас прямо перед финишем обгоняют. Прям вот миллиметр в миллиметр остается, и все, и на тебе. Но он же тоже балансирует, он же тоже, по идее, ребята, нажимает на тормоз. Я же сомневаюсь, что он отпускает кнопку этого газа. Он тоже нажимает кнопку притормаживания. И почему у меня быстрее тратится скорость, чем у него? Вот в чем, блин, парадокс непонятный для меня. Смотри, как там едет этот. Он еще и пролетел там. Да, вот такие вот, ребят, пирожочки с мясом. Так, зимние шины, ускоритель фляг и форсаж. Ну, у нас кубок пустыни. Кубок пустыни, давай попробуем проехать, например. Кубок пустыни. Давай повысим здесь. Ну вот как думаешь, кубок пустыни сможем мы с тобой выиграть на вертушке? Я вот не знаю, я не уверен, что мы сможем выиграть. Ну постараемся, да? Жить, 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 жить. Колесики там шуршат. Шуршат колесики-то, ребята. Так, ну здесь в принципе неплохо получилось. Так нам, посмотри, нам противников каких дали. Два замызганных автобуса. Ну, с ними-то и понятное дело, здесь... Здесь мы ясен перец их обгоним. Против двух автобусов нам здесь как нефиг нафиг объехать. Хотя, если бы эти автобусы были на турбинах, которые отъезжают назад и начинают потом буститься... Так бы легко бы не было бы. Это я тебе точно говорю. Ты видал? Ты видал, что вытворяет автобус с крылышками? Вот так вот, не стоит недооценивать. А то бы сейчас бы просто нас бы обогнал бы и все. Вот смех-то было бы. Так, ну, трассу Била, ясен перец, мы проходим с тобой. Вот на этой машине. Хотя можно было бы попробовать и на лихаче. На самом-то деле. Тоже было бы неплохо. Да не газуй ты так сильно-то, не газуй. Вот интересно, вот эти вот крылья, что он на себя напялил, они ему... дают какую-то прибавку. Слушай, а вот это что такое сзади? Что это он себе там влепил? Это что за... Как сказать? Что за айтем, который помогает ему ускоряться или что? Или... Не знаю, ребята. Видел, но я не помню, что он делает. То ли прыжок у него дальше идет. Врать даже не буду, ребят, не помню. Ну, видишь, я его все-таки, ребята, гей-куки. Гей-куки. Короче, гейского куки я, ребята, делаю. Не сказать, что на изи, но он где-то там позади меня постоянно шоркается. Может, в любую секунду что-то изменится. Мы видим, как там шпарит тягач. Ты посмотри, смотри, 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 смотри. Тягач набирает, ребят, скорости. Да, ну не получилось у него. Фига он там раздухарился, этот тягачок, блин. Шпарит, понимаешь ли, там наяривает. Так, тяжеловоз колесный ускоритель. Здесь нам выпадает зимние шины и колесный ускоритель. Ры, а может, не могу. Как еще к нему пристали. Обзевает. Так, забей на все.
Так, ну что, ребята, первый снег. У нас первый снег, и первый снег я поеду на раллийном авто. Что ни говори, он у меня заточен просто, ребят, под снег. Он заточен именно своими колесами, наверное, я бы так сказал бы. Ну вон, 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 вон. А он специально пришлось ему, ребята, сбрасывать скорость. Если бы он не хотел, он смог бы доехать, наверное. Даже если бы он не сбрасывал бы, если бы он не сбросил, он меня бы обогнал бы, ну еще и бы и финишировал. Довольно неплохо. Посмотрим сейчас, во что ему выльется. Ну да, скорее всего, здесь он обгонит, обогнал. У него, видишь, у него форсаж плюс нитро. Он, короче, полностью там обвесил себя этим говном всем. И едет. Я вниз. Ну вот здесь у меня вообще получилось великолепно. То есть я без шансов их всех сделал. Так, что у нас тут? Крылья и амортизаторы прыжков. Давай я вот это тоже открою. Да, как дети. Ей-богу. А может быть, они и есть дети. Так, ну что, друзья, я вот ненавижу воду. И она у меня впереди. Сегодня у нас получается, если мы сможем проехать, то я получу 40 тысяч кубков. Но вот 50 тысяч кубков, скорее всего, ребят, я не успею взять. Ну почему? Потому что работа. Потому что работа, и работаю, как я вам уже говорил, в новогоднюю ночь. То есть мне немножко в этом плане не повезло. Я вообще посмотрел, вот как мы работаем, моя как смена работает. На Новый год у меня постоянно рабочие смены. Постоянно. Нет такого, чтобы я был на выходном или еще где-нибудь. Нет, там есть одна, но как бы выходной, но тогда получается 1 числа я выхожу с утра. Такое себе, да, удовольствие. 1 числа выходить с утра. То есть ни туда, ни сюда. Лучше уж, извините меня, тогда выйти. Лучше тогда выйти 31-го ночи, а 1, 2, 3 отдыхать. Вот так вот. Ну что, друзья, последняя гонка в этом подводном царстве. Сейчас мы посмотрим, кто здесь топчик. А, ну здесь вообще изящная миссия, потому что... Да-да-да, мы падаем именно куда надо. И, в принципе, все, сейчас уже финиш будет. Вот он финиш наш, родной. Так, я беру 6 тысяч монет. Магнитная цепь. Магнитная цепь. Поехали, я поеду, наверное, ребят, на Феррари. А, надо было, наверное, тоже, да, взять лихача. Лихач там улетел уже. Ты фиг его называется, уже догонишь. Хотя бывают такие моменты, когда лихач обделывается. Да ладно, этот еще даже не врезался. Да как так-то? Прикинь, он не врезался. Я смотрел, он в магнит там был. Он даже в него не врезался, он его облетел. Как он его облетел на скорости? Давай. Ну вот, я парасоте прыжки, вот эти никчемные, дешманские. Ну, правильно, надо было еще врезаться тебе, Рэй. Ты же нормально не можешь ехать, тебе же нужно врезаться обязательно во что-нибудь. Шпиндрякнуться, зато ККМ-ку сделали здесь. Причем вообще ей шанса даже не дали здесь на победу.
Спокуха, спокуха. Опять он там едет сзади, а? Опять этот облизыш едет сзади. Все. Фух. Отлично. Так, на скоростном спуске. Причем на зимнем скоростном спуске, поэтому... Сам понимаешь. О! Старые друзья мои знакомые. Спиди этот гонщик твою налево. А чё он так обделался-то? Жидкально. Фига там ККМ-ка лупанула. А как он... Как он так, ребят, размазался? Я что-то не понял. Он так лихо полетел. Он так лихо полетел, так лихо разбился. Я прям не знаю, как, что с ним случилось-то. Так еще надо было умудриться сделать. Да. Не, ну бывает, конечно, всякие нелепые истории. Сам прекрасно знаю, видел, делал. Ну, чтобы вот так вот... Он же вроде летел, уже не могло же его в воздухе перевернуть. По большому счету. О, дурачок. Местного разлива-то. Да выпендривался. Распластался. Еще там один дурак какой-то прыгает. Камикадзе, я смотрю. Непутевый. Вот и все. Вот и все. Ловкость рук и никакого мошенничества. Дай-ка я открою. Так, новые колеса на формулу. Мы вытянули. Магнит плюс колесный ускоритель. И здесь крылья и ускоритель дым. Тоннели. Меня в последнее время, ребят, тоннели почему-то начали раздражать. Я не знаю, с чем это связано, но вот они вот так вот меня, ребят. Вот нафига вот этот вот нужен был дебильный высокий прыжок. Да заезжай ты, господи. Едь нормально. Ну вот и все, красавчик. Молодец, все у тебя получилось. А этот пускай пыль глотает сзади, там едет хлощавый прыщ. Прыщ. Хлощавый. Что за слово такое? Хлощавый прыщ. Ух! Фига мы там лупанули. Так, стоп, 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 стоп. И есть. Прям в лузочку, да? В луночку. В дырочку. Ну, куда хочешь. Попал я, короче, ребят, все нормально. Два первых места уже дает нам с тобой. Преимущественный, так сказать. Преимущество дает, просто нам дает преимущество. А две победы. То есть первое место нам уже. Бесит меня вот этот вот камень. Бесил и будет бесить еще, наверное, очень долго. Опа, занырчик такой. Занырчик сделал и первое место взял. Найс. Слушай, нормально идем, кстати. Очень даже неплохо. Тяжело скрыть ускоритель. Так, миля в пустыне. Давай попробуем миля в пустыне проехаться на лихаче. Я знаю, ребят, что это, наверное, глупо, тупо и нелепо. Серьезно? Оу. Ну это типа было, да, глупо немножко сделано. Но тем не менее мы хотя бы вторыми приедем. Ой-ой-ой-ой, еще не факт, что мы приедем вторыми-то. Крыши-то над головой уже нету. И горючка, я не знаю, где у нас находится. Вот она, где горючка у нас.
Нам нельзя с тобой врезаться. А что случилось? А что случилось с чувачком? Я не понял. Он заехать не смог, что ли? Ну, это вообще, ребята, the best from West. Тут, конечно, мы сдали с тобой дрозда. Он не смог заехать, и он, по-моему, ребят, из-за этого отъезжал назад. Давай на подгазовку. Все, первое место наше. Там ККМ-ка и еще две раллийных автошки ехали. Автошки, Антошки. Не надо. Давай, без фокусов. Все там поразлеталось. И шапку потерял, и крышу потерял. И все, что только можно и нельзя. А интересно, а девочки играют в эту игру, в такую вот? Или нет? Как ты думаешь, играют девчонки в такую игру? И много ли вообще девчонок играет в ХКРочку? Интересно было бы знать. В общем, нормально здесь проехал. Прям круто. Что там в команде опять? Разберитесь с ним, он не против меня. Так. Он врет. Рэй Гелефиш хороший. Ты что там? Так, я никого не буду понижать. Гелефиша я трогать не буду. Нормальный человек. Никто на него не жаловался, по крайней мере. Так, успокойтесь, иначе банить буду. Я предупреждать, ребята, по два раза не буду. Сказал, сейчас зайду, если кто-то будет продолжать, сразу будет отправлен в бан. Ну, как в бан, исключен будет из клана. Потому что надоело мне вот это вот ваша ругань, блин. А потом, который просит, повысь меня, вот, из, вот повышаешь. И они начинают потом вот эту вот истерику свою. Начинают убирать одного за другим. Поэтому я никого повышать больше не буду. Даже не просите. Чтобы Кэла получить. Будьте когда поумнее. Тогда можно будет что-то с вами разговаривать. А так нет. Ты посмотри. Давай, долетай, есть. Фух. А, тут 4 гонки у нас получается, да? Сейчас, по-моему, будет... Тут надо будет аккуратненько. Вот тут вот. Смотрю, он тоже там аккуратничает. Тоже выбирает нужную стратегию. Но, видишь, гнома я все-таки, ребят, обогнал. Гнома я обогнал, и теперь... Теперь будут спуски. Я так называю. Дичайшие спуски сейчас начнутся. Вначале подъемы вот эти вот. А теперь пошли на спуск. Угу. Посмотри, он не отступает, ребят. Не отстает. С магнитом еще там едет. Ну, как видишь, магнит ему не помог. Так, нужно кобр топливо. Угу. Рэй, почему все против меня? Скажи. Так, ну что, друзья, подожди, сейчас откроем здесь. Почему все? Потому что, когда ты что-то говоришь, ты говори за себя. А не за кого-нибудь. Ну, как вот я считаю. Потому что во многих играх, вот раньше я очень любил онлайн-игры. Очень, ребят, любил онлайн-игры. У меня за спиной была Lineage. Не один год я в нее играл. Причем
Ну, по-моему, я остановился на интерлюдях, если не ошибаюсь. Ну, в общем, я очень много играл в нее, там, 5 или 6 лет, может быть, даже 7. После я играл в Warcraft, потом я играл в Атлантику, в Вайон я играл. Слушай, там еще много чего. В Рагнарок я, кстати, тоже играл. Успел я в него подрынкать, мне понравилось. В общем, много игр, и я тебе скажу, что там... Вот если бы вот так вот будешь себя вести, да, там, хаять всех там вообще не по делу, то быстро тебя уберут из клана. Если даже не уберут из клана, тебя будут просто игнорить. С тобой никто не будет ни ходить ни в рейды, с тобой никто не будет общаться. Потому что перетягивать одеяло на себя, оно вообще того не стоит. Просто оно того не стоит. Кого-то унижать, какие-то сделать склоки, там, знаешь, а давай вот этого вот, или давай этого захейтим. Оно ничему хорошему не приведет. Ты от этого выгоды не получишь уж точно никакой. Да и мало того, что вдруг ты потом вылетишь и тебя возьмут в какой-нибудь хороший солидный клан. Просто, ребята, а чего вы этого чмошника взяли к себе в клан? А типа, а почему? Просто пару вещей про тебя скажут, и все, и тебя оттуда шпи... И ты будешь как этот, как обсосок, бегать из клана в клан, и в конце, в результате, ты попадешь в нищенский какой-нибудь бичевский клан, в котором нету ничего, и в котором окружают такие люди, как ты. И вот вы будете там друг с другом грызться. Поверь, так и будет. Поэтому не надо ни на кого гнать, ругаться это. Отвечай чисто за себя, и все. Даже если идет какая-то ссора против кого-то, держи просто нейтральную сторону. Просто нейтральную сторону. Не надо там выступать за или против. Просто скажи, я, например, против этого человека ничего не имею. И все. Потому что, поверь мне, потом вдруг этот человек себя проявит когда-нибудь. Вдруг такое будет время. Он за тебя словечко замолвит. Что типа, блин, вот все были против меня, а ты, типа, ну, настоящий чувак, ты, типа, блин. По крайней мере, против ты ничего не сказал, против меня. Поэтому я против тебя ничего не имею. Такое тоже может быть. Как бы это сплошь и рядом. Вот эти склоки, которые там всегда меня раздражали. Заговорщики вот эти вот за спиной. Никогда ненавидел. Так, ну что, ребята, все отлично. Так, нам остается немножко, и мы получим с тобой, я так понимаю, это, судя по всему, борода Санта-Клауса. Верно? Похоже же на бороду Санта-Клауса? Конечно, похоже. Вот чё-чё-чё, а бороды Санта-Клауса у меня еще не было. Так, давай-давай-давай, едем. Не дуркуем. Дурковать будем потом. Сначала победа. А нам, наверное, сколько еще? Наверное, гонки 3, скорее всего, и... О, плохо было сейчас. Я передержал, друзья, кнопку. Я просто тупо передержал кнопку. Смотри, что происходит. Угу. Отлично. И кто в итоге? Я. И в итоге я. А ехали прям тютелька в тютельку с ним. Ну, этот вообще что-то здесь ничего сделать не может. Я имею в виду про супердизель. А все почему? Потому что он слишком прыгучий. Так, куда это они полетели? Да-да-да, это старая ловушка. Я помню этот старый прикол. Летят они там довольные. Так. И... Так, что у вас тут, а? Я в шоке.
Что за ссор тут? Так. Так, я пошел, короче, зиму на носу делать. Ё-моё. Перевернулся? Так тебе и надо. Прыщ ты болотный. Лежи там и нюхай пятки. Сама доброта. Рэй, сама доброта, ребят. Ну, я думаю, что ты не думаешь, что я серьезно так считаю. Нет, конечно. Это просто, знаешь, как тебе сказать? Я таким образом успокаиваюсь. Да. Я просто таким образом выпускаю свой гнев, и мне становится легче. Лучше этот гнев как-то выпустить, чем держать его в себе. И, как говорится, свои нервы тут транжирить. Видишь, какая обстановка тут тяжелая у меня. В пещерах, без крыши. Крышу вырвало фиг знает еще когда. Да, нормально проехали. Блин, а бороду еще не получили. Так, зимние шины, ускоритель дым. Здесь у нас что получится? Крылья, колесный ускоритель. Магнит и ускоритель дым. И чат не смотрите. Так, я пошел. Кубок Хилл Климб. Слушай, а давай попробуем взять байк. Вот что-то мне захотелось, ребят, на байке. Не знаю, почему я захотел на байке прокатить. Давай, 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 шпарь. Воу-воу-воу-воу-воу! Да какого лешего? Я же, блин, ну этот... Это, конечно, сейчас была подстава. Просто, друзья мои, подстава. Я даже не знаю, почему так получилось. Почему его так перевернуло-то? Вроде контролировал все. Да, это было дико. Это было очень дико. Ну, я надеюсь, что... я тут всего две гонки, оказывается, было. Блин, сгорел я. Почему я там перевернулся? Вроде бы все под контролем было. И на тебе. Не вышло. Не сложилось. Рики бой какой-то тут. Так, ККМ-ка, ну ты-то куда тут? Опа. Как я ее надурил, а, друзья мои, ККМ-очку. Она захотела там умняшку себе сделать. А я взял, как говорится, и ферзем сходил. Так что кури бамбук. А Рикибой вот напрягает меня. И не только Рикибой, тут еще Бимки Гай. Или Бимки Гей, как хочешь называй его. Умного, что ли, себя показали, да? А тот размазался. Первый. А тот размазался. Прям по потолку. А почему? А потому что он ехал, ребята, у него крыши нет. А нет, у них крыша обоих. А почему тогда тот размазался? Видимо, крыша была слабенькая, не прокачанная, судя по всему. Поэтому ему достаточно было одного пердежа, чтобы развалиться по пути, скажем так. Почему не все с одной команды, а? Мехди, Боят, там еще какой-то хмырь болотный. Ну, да, дай мне вот эту вот бороду. Борода Санты. И... Так, горные мосты. Горные мосты, блин. Давай я попробую проехать на раллийном авто. Опять с этим, с форсажем, блин. В первый раз, ребята, мне выпал с форсажем. И сейчас опять с форсажем. Ну, здесь, слава богу, мы выиграли его. Слушай, может быть, для горных
для горных мостов. Ему не очень хорошо заходит форсаж, а, ребят? Как вот вы думаете? Ну, есть. Ну, что я тебе скажу? Все, мы здесь выиграли. Даже если он сейчас каким-то чудом возьмет первое место, ну, возможно, возьмет. Мы все равно здесь победили. В этом заезде победа будет за нами. И 40 тысяч кубков я, ребята, забираю. Шикарно. Так, ладно, все, хватит. Мне в жизни кобзица хватает. Кобзица. Я говорю, успокойтесь. Успокойтесь просто-напросто, и все. Так, я пошел, съезжу в команде. Я сделаю свой вклад. Что у нас тут? Что это за гонки у нас тут? Вау. Да ядрен, матрен. Снеговик какой-то. А, ну это с подарками же. Это у нас подарочки тут где? Ну давай, 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 ты газу едь. Так, временный бонус, отлично. А если здесь возьму вот так вот байк? Я хочу на байке, может, покататься. Все конфеты, ребята, что были у меня. Ну, мы тогда с тобой проверяли. Я приезжал с конфетами, ребят, никакого, как сказать, никакого плюса от этого не было. Я лично не заметил. Так что нормально. Новый рекорд еще при этом поставили. Так, здесь что? Ну давай возьмем вот эту вот ККМ-ку. Понятно, зря я взял здесь ККМ-ку. Хилл-климп на радужных колесах, блин. Ну что ж, давай. Несмотря на то, что она такая маленькая тачка, она, в принципе, довольно неплохо едет. Единственный ее недостаток, это, пожалуй, ты смотри, даже здесь нормально выстояла. Видимо, за счет того, что она такая легкая, она так легко не проваливалась в этот. А вот это уже мне не нравится. Лоффуил, зачем? Да. А когда я это мог упустить, я не знаю. Да, я уверен. Так, ну здесь, например, я прокачусь на байке. Ну, я хочу на байке, ребят, прокатиться. Ага. Давай, 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 как-то аккуратненько, аккуратненько. А, так там не на байке, там на обычном мотоцикле я ехал, да? Даже вон как. Тихо, 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 не надо переворачиваться, парень. Давай, без переворотов. По этой глыбе. Вот сейчас бы можно было бы, конечно, перевернуться просто в легкую. Вот смотри, и ехал вроде бы нормально, да? И все хорошо. И горючка меня просто подвела. Просто подвела меня горючка, ребят. Вот такая вот она вреднюка. Ну что, дорогие друзья, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.